Ребята, всем привет! Готовлю сейчас обед, пока родители загорают около бассейна. И очень много вопросов было по поводу моей картошки, как я ее делаю в духовке. В общем, вот она порезанная, она уже в масле, хорошо. Так, я много кладу достаточно масла, чтобы она, видите, немножко так поблескивает. То есть она в масле. Все это хорошенько мешаю. Приправы разные, как вы хотите, посолить можно просто. И духовку. Духовка должна быть очень хорошо разогрета. Примерно я ставлю на 250 градусов. Если она не допекается у вас, то я советую закрыть фольгой. Вообще вот это все закрыть фольгой, допустим, на полчасика. И потом ее открыть, и чтобы она уже дальше подрумянилась, поджарилась. Вот. Но, в принципе, я сейчас делаю без фольги. Я уже приловчилась к моей духовке. И у меня, кстати, тоже не сразу начала она получаться прям вот идеальной. Вот. И готовлю я примерно ее минут 45-50, иногда дольше. Как-то всегда по-разному. Ну, главное, чтобы она прям была такая румянистая, поджаристая. Вот, духовка уже разогретая хорошо, очень жарко. Все, ставлю. И сейчас буду разделывать курицу, тоже хочу ее приготовить в духовке. Это блюдо вы точно все знаете и готовили. В общем, просто куриное филе порезала, приправы, соль. И сейчас добавлю совсем немножко майонеза, чтобы курица не получилась сухой. И, наверное, еще сыр сверху. Вот, и как бы у меня там майонеза-то осталось как раз на эту курочку. Вы, наверное, подумали, что мне не хватит майонеза? Нет, все отлично хватило. Буквально одна ложка, даже можно меньше, на 3 больших куриных грудки. Этого достаточно, просто чтобы она не получилась сухой такой. Чтобы... Ну, в общем, майонез как бы вредный, вы же знаете. Но его же охота иногда кушать. Все равно. Вот, теперь выкладываю куриное филе сюда. И теперь сверху сырочек. Тоже не очень много. Он расплавится. И будет нормально. Кстати, для готовки я использую в основном вот это вот масло авокадо. И иногда еще оливковое масло. Но в основном оно у меня для заправки в салаты. Вот это масло вообще очень классное. Его обожаю. Оно ничем не пахнет. Оно более-менее полезное. В общем, авокадо. Курочку тоже отправляю в духовку. Прям к картошке. И, кстати, через полчасика можно картошку перевернуть, чтобы она была более поджаристая со всех сторон. Ну что, вот такая вот картошечка получилась. Давайте проверим на готовность. Все готово. Покалывается. Хорошо. Вот, я ее переворачивала один раз. Ну, я не переворачиваю прям каждую картофелинку. Так, немножко. Курочка тоже уже готова. Родители пришли. Будем кушать. Всем приятного аппетита. Мы приехали в торговый центр, потому что Паше срочно нужна кепка. Я никогда не носил кепки, только в детстве. Но что-то решил купить. Все, пошли искать. Мы в мире кепок. Офигеть, как их много. Такой хочешь? Ну я просто размерил. О, this one is another one. See, it's like gray. The ones with... Какой ты смешной. А что она тебе не нравится? Потому что она торчит вот тут вот. Она вот тут как-то торчит и вообще как будто она не прошита. Вообще как будто старая какая-то кепка. Да? Если ты скажешь, она что-то на этой кепке. Как будто она тебе маленькая. А мне нравится. Да? Вот это лучше всех. Очень сложно. Вот, вот это мне нравится. А тебе? Я не знаю. Ну да. Ну вот так дети начали. Надевали вот так на голову, короче. И типа как робот. Смотрите, какую мы классную кепку выбрали.
маме. Выбирали Пашке, выбрали маме. Новый магазин, точно такой же, только... Я думаю, здесь выбор побольше намного. Ну что ты? Вот как тебе такая? Берем. Ангелы в Лос-Анджелесе. Ну, вроде нормально. Вот. Ну, видишь, ну, короче, удобно мне. Мне тоже же не привычно тебя видеть в кепке. Поэтому ты да, бери, какая тебе именно нравится. Вот мне удобно ее так надел. И типа, классно. Угу. Ну, типа, я ее не чувствую на голове даже. Почти. Почти, да, какая-то часть. Погнал. Я думала, он как испугается. Мы пришли в аэропост, все пошли по примерочным мерить одежду, а я зашел в соседний магазин Лиц с кепками, там Лиц и Локер Рум соединены вместе, там, короче, спортивная всякая атрибутика, и там тоже очень много кепок, и я себе купил кепку. Сейчас я вам ряд покажу. Катя вот такую девчачью футболку померила, розовую. Ну, неплохая вроде. У тебя губы тоже розовые, ну прям под цвет, короче. Вот такая вот у меня кепка с бейсбольной командой Лос-Анджелес Доджерс. Когда оркестр я не носил кепки, вот серьезно, с детства, я помню, в детстве носил кепки, у меня была красная, у меня была желтая, а у брата, кстати, много спрашивают, если у меня брат, у меня есть родной брат, он старше меня на год. И мама нам купила кепки, ему красную, мне желтую, для того, чтобы, когда она смотрела из дома, из окна во двор, она сразу могла нас увидеть, типа, смотрит, такая, о, там красная кепка бегает, значит, типа, мой брат во дворе, там, если желтая, значит, я тоже. И она нас так, короче, как бы различала. Ну, просто мы на 7-м этаже жили, и высоко, только кепки можно как бы узнать издалека. Вот такая вот история. И с тех пор я как бы не ношу, ну как бы с детства я больше не ношу кепки. И вот у меня такая кепон будет. Он как бы резиновый, видите, Доджерс. Как бы сам подстраивается под голову. И сеточка, мне нравятся сеточки. Чтобы голова дышала. Вот. Короче, на самом деле я не буду сильно очень часто ходить в эти кепки. Так на рыбалку, там по каньонам каким-то, где прям когда долго на улице ходишь, чтобы голова не... Короче, не напекло голову, тут как бы в курсе, да, на улице 40, там 42 градуса жары. Ча? Нет, а это моя. Смотрите, какая красивая. Смотрите, как мы сочетаемся-то. Тут музыки, короче, тут музыка не играет, и поэтому я могу снять бесконечно. Потому что в других магазинах музыка играет, там авторские права, то сюда нас забанят. И поэтому мы не снимаем ничего в магазинах. Вот, аэропост. Красивый цвет, да? Очень красивый. Я беру футболочки и еще шортики домашние. Вот такие вот. И две майки он тебе покажет. Да, и две вот футболочки. Футболки, да. А еще нас закрыли в магазине. Потому что они закрываются в 6. Как бы что? Торговый центр закрывается в 6. Классно. Откройте, выпустите нас, пожалуйста. Thank you. Прикол, да. Мол, оказывается, закрывается в 6. Это почему? Я думал, в воскресенье в 8 закрывается, в 6 же вечера. Вообще странно. А я себе кепку вот здесь купил. Тут как два магазина вместе соединены. Тут справа кепки, а слева всякие спортивные там футболки и все остальное. Паша сказал, что я очень красивая, и сказал, ты снимай. У нас иногда бывает такая борьба. Ты снимаешь, нет, ты снимаешь, нет, ты, нет, ты. Ну и он всегда побеждает. Потому что он говорит, ты сегодня очень красивая, снимай. Да, один аргумент, ты очень красивая, ты снимай. Мы уже вообще приехали в Walmart. Нам надо кое-что купить из продуктов, конечно же. На самом деле сейчас на четверых надо покупать намного больше всего. Вообще вот. Нежданно. Я такой, знаете, что-то где-то было, я такой... Там я сделала. Да, я такой, ну вечером поедим, то у меня... Какой, говорит, вечером поедим? Он кончился. Я такой, блин, точно. Получилось 4 тарелки, а так нам типа по 2 тарелки, типа, ну днем два и раза, вечером, да. Два раза поесть. А так за раз все съели.
как-то непривычно было вообще. Да, и мы еще хотим на днях поехать в каньон, и нам надо с собой еды набрать. О, папа берет бекон. Мы ни разу не жарили. Или один раз что-то мы как-то пробовали. Ну, мы пробовали бекон, конечно, в кафе там или... Подожди, а мы буквально никогда не жарили? Никогда. Взяли еще разные йогурты. Родителям очень понравились вот эти вот чабани. Это греческий йогурт. Соки всякие разные. Филадельфия, имбирный эль и там кефирчик клубничный. Вот. Сейчас, я чувствую, будет полная корзинка. За что? Ну, уж не перебахчивай. Я же себя хорошо увел. О, бог, хлеба и батона, где мой брелочек? Жесть, нету Пашиного любимого хлеба. Смотри, мне кажется, вот этот вкусный, сырный. Нет? Ну, такое. Бедный. Нет, я не успела. Он тут вот так вот ходил, круги наворачивал. Родители выбирают какие-нибудь вкусняшки. Прикольные, да, каноли? Каноли? Или да. Здесь не очень? Ну, такое. Да. Можно вот чизкейки нормальные здесь. Слышишь? Ну, конечно, не такие, как там, но нормальные. Можно? Что мы еще взяли? Конечно же, авокадо, нектарины, манго, хлебушек. Паша вот такой вот батон решил взять. Так, дальше черешню, сливу. Так, лук. Это для фарша. И еще вот такую вот говядину взяли. И еще вот такие вот сладости. И лайм. Все, освободила место, можно еще тут складывать. У нас еще добавился чай с зеленым жасмином и соленая карамель. Крипа вот такая вот. Так, что еще? Клубника. Майонез. Как вы поняли, да, что диета кончилась у нас. Еще вот такой вот капучино с тофи. Мука. И чипсы. А еще вот такие вот вишни в шоколаде. Все, мы уже стоим на кассе. Что с тобой? Это перемотка, я быстро очень моргаю, но ускоренно. А, как-то люди сзади ходят медленно. У нас, смотрите, закатик какой. Ребят, мы вернулись домой, я сел монтировать влог, и знаете, что я обнаружил? Что все кепки мне очень шли, между прочим. И мне, ну вот так я посмотрел, и на видео мне даже не понравились. Но я взял... Тебе нормально кепки? Я не знаю, что да, это. Да, я-то думал, что я прям вообще уродец. Там только одна не очень была, как раз Vegas Golden Knights, которая... Да, она странная была. Да, а остальные все более-менее так, типа, нормально смотрелись. Ну вот скейтборд, которая... Вот, кстати, скейтборд, она тоже нормально смотрелась. Я думаю, чего ты там говоришь, что-то не то, я... Ну, может, на камере хорошо. Ну вот. Ну, я нормально взяла себе кепку. Вот, допустим, на камере я толще, чем в жизни. А я сильнее в 14 раз. Да. Вот, и знаете что? Мы, короче, решили не откладывать. И я завтра же затестирую эту кепку. Мы поедем на каньон. И я испытаю ее в деле. Поэтому нам надо пораньше сегодня лечь. Подъем в 6:30. Это просто что-то незаконное. Ну, для нас, для родителей это нормально. Ну да, они как бы нормально встанут и нас будут. Мы когда их жали, когда они так, все, в 6. Мы такие, ну может, в 6:30. В общем, мы будем ложиться уже спать. Будем с вами прощаться. Всем пока-пока! Да, пока-пока.